Давайте посмотрим еще одного героя, которого тоже знают и помнят все. Колю Румянцева. Ты куда? На хоккей. А картошку кто за тебя будет чистить? Пушкин? Ага. Пушкин. Может, хоть посуду помоешь? Посуду Гоголь помоет. Николай Васильевич, а Лев Толстой пропылесосит. А ты пока в магазин сходи. Мне чехлы для коньков нужны. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Чудное мгновение. Давно хотел поблагодарить вас, Александр Сергеевич, за подсказанные вами идеи ревизора мертвых душ. А ты почему не в магазине? А в магазин побежал Лермонтов. Михаил Юрьевич. Давайте поговорим с Колей Румянцевым, что он тоже сегодня пришел на эту программу и расскажет, как сложилась его судьба после Ералаша. Встречаем Николая. Коля! Здравствуйте. Мой Ералаш. Садись, садись сюда. Эй. Почему вы так растрогались? Сейчас, одну секундочку. Ну, во-первых, мне очень приятно. Это мой второй папа. Огромное спасибо, Борис Юрьевич. Спасибо за детство, спасибо за Ералаш. На самом деле, очень приятно. Почему не пошли и не стали актером? Ведь вы хотели сниматься как-то. Вы знаете, на момент, когда я заканчивал профессионально-техническое училище, я поздно получал диплом, я не успевал на вступительные экзамены. И через 2 недели я ушел служить в армию. А вернувшись из армии, я понял, что, ну, есть, наверное, немножко другие ценности. Надо было семье помогать. Пошел работать. Вы дедушка уже? Да, да. Вот я за кулисами, когда сидел, смотрел за действием, я искренне поздравляю вас. Спасибо, Коля. С рождением маленького. И я подумал буквально следующее. Он в очередной раз отец, а я уже дед.